Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, мы продолжаем путешествовать в игре под названием «Бесконечное путешествие», и что-то мне подсказывает, что это путешествие будет бесконечным, не зря же так называется игра. Спасибо. А почему постоянно во всех играх мы играем за каких-то толстенных женщин, мужчин и прочих созданий, которые не могут спокойно лазить по лестницам? Вот это как так? Скажите мне, пожалуйста. Кажется, здесь никого нет. Да ладно, тогда полезли. Я напоминаю, что мы с вами должны были спуститься, по-моему, на этаж пониже, что ли, чтобы попасть в комнату, в которой стоит шкаф, в которой баба указывала, которая постоянно нам появляется в каких-то глюках. Опа! Здорово, пес! Хозяин комнаты ходит такой в труселях, разгуливает, никого не боится. А кого и бояться, он психически болен. Ничего в этом страшного нет. Так, сральники. Если бы это был хоррор, я бы побоялся сюда заходить. Но это всего лишь приключенческий квест, поэтому сюда я заходить бояться не буду. Откройте. Так, 302. 302 закрыт. А, нам надо в 301. Правильно я понимаю? О, здорово. Так, я что-то там подобрал. Опять что-то подобрал. Оу, оу. Фу, чувак, ты обосран, отойди от меня. Вы видали, он обосран, короче. Помощь! А почему ты это поешь-то, друг? Мне нужна помощь. Я нет, меня тут нет. Да ты чувак, с тобой невозможно драться, отвали от меня. Чувак, я тебя боюсь, я тебе реально говорю. Я пошла я отсюда. Чувак, иди отвали от меня. Пойдем быстрее отсюда. Короче, я не могу с ним драться. Он убийца вообще. Он меня вообще никак не жалеет. Так, тут тупик. Надо выйти на территорию пошире, где я смогу нормально разворачиваться и бить его. Опа. Опа, промахнулся ты, чувак. А если я с вертушечки тебе засвечу? Да я еще... Воу, а сам-то, слышь? Бешеный мул. Давай, бей меня. Да перестань, на, да дай... Так, все, отходим, спокойно. Да хватит меня долбить-то, собака! На! На, по почкам! На! 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 Ну почему? У меня же жизни-то вровень были. Я его первый выхлестнул. Какого хера я проиграл? Так нечестно. Так, где это я? А, залазим обратно. Так, подожди, ну почему? Я же выхлестнул его первым. Почему я проиграл-то? Окей, давайте поосторожнее будем. Нам надо, я напоминаю, попасть в номер 301. Да, чтобы спуститься и попасть в номер... Все, до свидания, товарищ. Так, а у него тут закрыто, подожди-ка, это нечестно. Так, а у меня... То есть этот черт меня спалил, да, судя по всему? Сейчас прибежит этот охранник и начнет меня отвешивать. Меня здесь нет. Чувак, ты меня потерял. Так, ну ладно, давайте подеремся. Опа! Опа, опа, бешеный мул тебе сейчас ответит, на! На! Опа, без блока сработаем, вообще нормально. На! На! На, по почкам в подых, лупи его, во, отлично! А, чувак, скорость-то возросла у меня с прошлого нашей встречи, понимаешь, нет? Чертоган. Так, открывай. Хорош, я, походу, попал туда, куда мне надо. А, и чё, слази? В чём проблема-то? Чё ты мне в это окно-то палишь? Ты вылази давай в него. Вон как раз проход к этому номеру. Не, это как-то нехорошо, подожди. Но этот чувак выхлестнут, ладно, он нам особо не помешает. Но что нам делать на этом этаже, скажите мне, пожалуйста? Вот этого ещё А где он тут? Чувак. Он испуган. Думаю, проблем с ним больше не будет. Еще бы, ты этот чувака голову чуть не оторвала, еще бы он не испугался, он обосрался, наверное, только так. Я бы если такое увидел, я вообще в угол забился и плакал бы неделю. Так, куда мне еще идти-то? Да что все закрыто-то? Подождите-ка, как мне вообще попасть туда куда-нибудь? Как-то это все не очень хорошо, это мне не нравится. А спуститься ты никуда не хочешь больше, да? Только тут. Ну окей, давайте попробуем тут походить. Повнимательнее, давайте посмотрим. Так, здесь, значит, толчки. Из толчков... А это что такое? Грязное полотенце. А, подождите, грязное полотенце. Скорее всего, я смогу привязать это грязное полотенце к вот здесь к оконцу.
и с помощью него, так сказать, выбраться. Ну-ка, если попробовать. Нет, не получается. А куда ж тогда нам его надо применить-то? На лестницу вряд ли. Чё ты хочешь мне сказать? Тоже закрыто? И нигде применить его нельзя, да? Гениально. Может быть, чувачка этого ушатать как-нибудь? Для чего вообще, по идее, должно пригодиться грязное полотенце? Чувак, хочешь полотенце тебе дам? Грязное. Тебе какая разница, все равно штаны обусорны. Ну тут все закрыто. Абсолютно все закрыто. И что же делать теперь? Грязным полотенцем помыть, возможно, сральник надо? Чтобы меня приняли за уборщицу и, наконец-то, больше не приставали ко мне со своими угрозами и домоганиями все вот прочие местные обитатели. А, ну, допустим, я вылез, да? У меня есть теперь грязное полотенце. Если я его применю, я его не применю. А почему я его не применю? Не знаю. Очень плохо. Это затупка. Похоже на медицинское оборудование. А если я телефон сюда применю? Нельзя, а зажигалку тоже нельзя, и отмычку. Ну, естественно. Тогда все, тогда тупик. Может быть, к этому куда-нибудь применить это грязное полотенце? Попробуем применять его к дверям, ко всем. Может, что-то получится? Нет, не получается. И здесь не получается. Может, к чуваку к этому применить? Чувак, а как бы с тобой тут взаимодействовать-то? Лучше мне поторопиться. Он может проснуться в любую минуту. Нет, тоже не получается. В смысле, сильно. Да ладно, что ты, подумаешь, хлестанул ему пару раз. Все, короче, это паника, это грусть, печаль, беда, я не знаю, куда дальше мне идти. Потому что все. Может быть, тут что-то... Похоже на медицинское оборудование. Ну так давай его взломай. Не хочешь? Он испуган. Да ничего, он не испуган. Больше не будет. А ты еще что-то подобрала? Грязное просто... А, вот! Ух, то есть... Гадость. Да ладно ты, давайте-ка объединим его с этим, с полотенцем, с грязным. Так же можно? Во! Вот, отлично. Теперь у нас есть веревка, с помощью которой мы можем вылезти вниз. Все, все довольно-таки просто. Погнали. Издеваешься надо мной сейчас, нет? Используй свою сраную веревку-то в конце-то концов. Или ты хочешь использовать ее где-то на лестнице? Ну, пойдем. Нет, ну обычно полотенце с простыней связывают тогда, когда хотят спуститься куда-то вниз, чтобы ножки себе не сломать, попку себе не отбить. Собственно, сделается из этого какое-то подобие веревки и куда-то применяется. Но никуда оно здесь не применяется. Гениально. Гениально, просто вообще. Гениальнее этого я ничего даже в своей жизни не встречал. Открытых окон здесь больше нигде нет. Я подобрал грязное полотенце и грязную простыню. Я бегаю и вместе с ними воняю по этой комнате. И не только по этой комнате, по всему этажу, если уж на то пошло. Но никаких, так сказать, зацепок по сюжету у меня здесь нет. Окно, вот чего? Почему ты не хочешь использовать его сюда? Скажи мне, пожалуйста. Давай изучим. Надеюсь, эта веревка достаточно крепкая, чтобы выдержать мой вес. Нет, ну я тоже как бы на это очень... А, вот! Привязать же надо к этому вон. Я же знаю, что можно вылезти. Но нет, мне продолжают говорить, что не так, чувак, не так ты все делаешь. Так, отлично, сохраняшечка прошла. Где я теперь нахожусь? Ага, а вот это и, пожалуйста, 201. Один, тот, в котором была маленькая девочка. Похоже, там кто-то живет. Так залази, что трещать-то? Если ты будешь долго в окно пялиться, тебя прямо кто-то запалит. Пожалуй, смотрителю отеля, ты получишь люлей прямо по всему телу. Такая у меня лицо такое прям... Зашла прям такая... Йо, а чё происходит такое здесь у меня? Чё смотришь на шкаф? Открывай его давай. Здорово, Эйприл! И чё, мне надо спасти было фотографию? Ну нормально, чё, бери её. Это Чарли. А! Кто эти две девушки? Это видеография, давай её посмотрим. Раньше это была комната Чарли? Может быть. Почему тогда девочка показала мне на шкаф? Как он связан с этим всем? Да что ж ты... Дерьмо. Ты-то кто ещё? Какого хрена ты тут делаешь? А это ты чё тут делаешь? Пошел ты! Че? Подожди, я тебя не знаю. Ты кто, черт подери, такая? Я представитель внеземных цивилизаций, я пришла поработить тебя, падла. Я Зои. О-ху. Ты что, подружка Винни? Да-да-да, мы с ним шпехаемся. Его тут не шлялись. Окей, я так ему и передам. А, да? Да, я подружка Винни, извините. Я не знала, что тут есть кто-то. А где он сам, черт подери? Он напоролся и валяется.
Винни, о ком я, по-твоему, мать твою, говорю, а? Откуда я тебя знаю, ты на наркомана похож. Может быть, ушел? Господи, если он свалил, я ему задницу оторву. Совершенно да? Бесполезная. И будешь ее шпехать ночью втихаря? Слушай, Винни собирался помочь мне выяснить кое-что про одного парня. Его зовут Резатый Мисс. Ты Мисс? Это что за хрен с горы? Откуда я знаю? Еще одного халявщика? Походу, да. Ну, что-то вроде. Ну вот, Винни собирался мне помочь, но, может, ты поможешь мне вместо него? Вот разводит, а? О, Моржового мне тебе помогать, а? Моржового? Ну, я хотела ему заплатить. Моржового. Но если это тебя не интересует... Ну, че-да-да... Сколько? Какая тебе разница? 5 сотен, если предоставишь мне информацию о моем друге. Всего-то? 5 сотен, если найдешь его. 5 сотен. Штука Ю? USD, все правильно. А ты меня не кинешь? Да нет. А то друзья Винни меня уже кидали. Куда? В море, что ли? Похоже, что кину. Похоже. Тебя рожа недоверчивая. Ну поэтому, по морде. Вот что-то вроде... Хрен с ним, ладно, согласен. Красавчик, мужик. Как зовут этого засранца? Тебе сказали, резной. Резатый Мисс. Он примерно твоего роста, темные волосы, смуглый. Скорее всего, хорошо одет. Был здесь прошлой ночью. Не то, что ты. Да, Мисс, я понял. Я поспрашаю, все проверю. Может, что узнаю. Как мне с тобой, ну... связаться. Так, телефон у меня есть. Сегодня вечером я буду в пределе. Ага, конечно. Нет, серьезно, где встретимся? Может тебе вернуться сюда часиков в 10? Я закажу пиццу, бутылочку вина. Ага, ах ты сучонок какой. Я вообще-то баба Винни, алло. Слушай, милая, да там очередь на 2 года вперед. А чтобы попасть в список ожидающих, нужно быть либо очень богатым, либо очень знаменитым. Ну ты-то красавчик, что-то давай. Извини, явно ни то, ни другое. Да, но у меня есть связи. Поверь мне, я буду в пределе. А твое имя будет в списке. Вот те раз. Ты шутишь, да? Правда, предел, долбанный предел. Да, да, да. Я попаду туда. Тебя выкинут сразу же, через секунду. Сказала бы ты раньше, я бы тебе бесплатно помог. Алло, алло, алло. Все, ты помогаешь мне бесплатно. Ладно, значит договорились. Пойдем, я выпущу тебя через переднюю дверь. Там замок на ДНК. Хрен взломаешь. Ну, да, какой. Это место похоже на неприступную цитадель. И все-таки ты смогла сюда залезть. Не вижу логики в твоих словах, мать. Вообще какую-то хрень городишь. Че, погнали? Так, главное, чтобы этот чухан там сейчас не очухался, иначе у нас будут разборки с 2 мужиками, это чревато. Я буду за ним краситься, чтобы меня никто не заметил. Буду краситься, чтобы никто заметил. Краситься буду. Все, отлично, открывай. Я пойду осмотрюсь, может, что найду, так что... Да, иди, что ты... Окей. Наколоть или еще чего? Я наколю тебя. Купала на спину, понял? Друг очень много для меня значит. Как скажешь, пока я в списке, а у тебя есть бабки. Подожди, как ты сказала, тебя зовут? Зои, а тебя? Маркус. Маркус. А фамилии у тебя нет? А у тебя? Нет, а у тебя? Уху. А ты сечешь фишку, Зои. Этому тебя не отнимешь. Конечно, не отнимешь. Окей, Маркус, спасибо, увидимся. Открывай давай. Так, надо как-то взломать этот код, чтобы меня тоже на ДНК сюда пускали. Отлично, короче, мы развели туповатого человечка. Так, а тут еще собака. А, нет, передняя дверь. Так, ну и что мне надо делать? Давайте почитаем телефон. А Маркус обещал встретиться со мной сегодня вечером в пределе. Думаю, стоит просто отправиться туда и подождать его. Окей, погнали. Задание понятно, пошли в предел. Я эту карту уже примерно изучил. Предел я помню, где находится. Надо где-то здесь пройтись, потом куда-то там свернусь. Здорово, бомж. Мне на что жить. Раньше у меня была художественная галерея. Здесь, Венеция. И посмотрите на меня теперь. Ну чё, ты тот еще экспонат-то, ничего. У каждого в жизни сложности бывают. Опа. Не туда. О, девчушка. Я знаю, где ты можешь работать. Тебя либо можно органы продать, либо совершенствовать владение своими половыми органами и зарабатывать на этом огромные бабки. Дети нынче в почете. Уй, какие глупые вещи я рассказываю. Ну а что поделаешь? Такова жизнь в нашем бренном мире, так сказать. Так, я иду в предел. Предел находится у меня за китайцем туда куда-то вперед. Этот старый барыган до сих пор, наверное, барыжит. Ты чё, до сих пор не Мерседес? Я такую программу подогнал, он уж должен тут сидеть весь в цепях, в этих, как их, в золотых, с наложницами штук 15, чтоб было тебя опахало, мамахивали и обсасывали всего с ног до головы. Да, не может торговаться вообще китайц. Ну, дурной, ну, понятно, сразу видно, ну, не бизнесмен он, не деловой человек. Такую программу я ему намутила, а он тут... Так, здорово, я пришло. Да. На. Привет, это снова Зоя Кастилья. Могу я войти? Конечно.
Нормально, блат такой, да, вообще? Ну, какая-то польза от резного-то все равно есть. Мы по блату в предел какой-то ходим. Не, я, конечно, понимаю, что это место весьма популярно и сюда не прорваться, но... Где весь народ-то, в конце концов? О, ты переехала! Дай бухну. Ароматизированный ваниль и шампанское? Ну, сразу видно, пидовка. Она может определять запах на вкус, на цвет, на запах. Это... Да ты вернулась. Эй, да прикинь! Я сразу понял, что ты сможешь за себя постоять. Я два раза мужика выхлестнул, ты чё? Не особо. Ты нашла своего друга Иерихона? Да нет, не особо. Нет, я пока его не нашла, но у меня есть зацепка. Какая? Хорошо. Надеюсь, ты его найдешь. Он мне показался хорошим парнем. Конечно, найду, куда я денусь-то. Так, Кордон. Давно ли Чарли появился в том месте, где когда-то жил Риза? Может, ему что-то... Спасибо. Спасибо, Чарли. За что? Слушай, можешь оставаться здесь сколько захочешь. Может быть, твой друг снова заглянет сюда. А бар я тоже могу посещать сколько захочу, или мне просто тут посидеть? Слышь? Да? На! Да нет, ничего. Да побухаем. Ладно. Давай побухаем, че ты? Ну наливай, не хочешь телку что ли гостить? А вдруг тебе что-то обломится? Те уже твои шлюшки, наверное, надоели, а я смотри, какая молодая, симпатичная, свеженькая, еще практически ни разу ни с кем. Сральник. Так, ну хорошо. Эй, мать, ну-ка налей-ка мне что-нибудь. Мы еще не открылись. Если вам что-то нужно, поговорите с Чарли. Он вон там. Да он говорит все, типа, ничего не дам тебе. Слышь, да. Чарли-то. Да нет, ничего. Ну ладно. Да как ничего-то? Я хочу напороться здесь, пока жду этого дебила. Судя по всему, Чарли отличный парень. Да, особенно если он тыкает пальцами в стол вместо планшета. Либо он играет какую-то игру с запястьем. Я не знаю, что это за способ такой управлять сенсорным экраном запястьем, но, наверное, это очень классно. Так, ну а чё? В принципе-то. Это тут ароматизированные свечи. Тут у нас баба на ресепшн. Бабища, надо сместить в список там одного. Тихо. Нет, спасибо. Поболтать. И давно вы тут работаете? Что вы делаете? Я разговариваю с тобой. Почему вы задаете мне вопросы? А ты что такая, да, дотошная-то? Просто так. Ладно, тогда прекратите. Меня это раздражает. Ну что ты какая? А здесь тихо, да? Слушайте, меня это раздражает. Это кафе и бар, а не кафе. Сейчас середина дня. И чё? Все интересное здесь начинается после полуночи. И все гуляют до рассвета. Вам надо в Россию его перевести. У нас тут все гуляют круглосуточно. Спасибо. Ага. А что я тут буду делать-то всю ночь? Чарлита! Слышь ты, Кармелита, налей бухнуть-то. И даже на барменше дорогущие дизайнерские шмотки. Чего? Здесь все такие стильные, как-то мне тут неуютно. Ты слышь, этот принт на футболках за 100 рублей в любой печать не делают. Какие дизайнерские... Все, слово не выговаривают так это. Бонсай. Мне нравится, как у них тут все сделано в японском стиле. Ну, выкупи его себе, у тебя штука баксов есть. Всякая халупа дороже не стоит. Слышь ты, черт, мне надо список кого-то там внести. Да? На. Да, ничего. Да как ничего-то, ты достала меня уже. Ничего. Ну-ка. Ну, я нахожусь в пределе, а в чем проблема-то? В толчок нельзя сходить, в аквариум нельзя посмотреть. Может быть, окинуть взглядом, так сказать? Дверь, выход, бонсай, хавчик, тёлка. Там еще он что-то есть. Ну-ка, подожди, отцепись. Вот тут где-то что-то было, по-моему. Еще один бонсай, да? Бонсай. Да я в курсе уже. Дешевки здесь не подают, это точно. И тебе, значит, не подадут, потому что это тоже дешевка. Так, а здесь что? Здесь только тёлка и все. Ну окей, погнали на улицу, что ли. Я просто не знаю, что делать. Возможно, сейчас придет. А может, мы вообще и не в пределе. Чего уж тут. Фринга. А Фринга-то это, по-моему, предел. Почему нет-то? А здесь просто больше некуда идти, поэтому я уверен, что это предел всех моих мечтаний. Закрыто. А, вон еще лестница наверх есть. Ну-ка, пойдем сходим. Может, что найдем? Ну, что ты, мать, застряла-то? Проходи. Или твоя фигура не позволяет тебе протискиваться в такие узкие щели? А что это тут? Какая странная дверь. И что она здесь делает? А, тебе надо в школу сходить и узнать вообще предназначение дверей, понимаешь? Не открывается. Как же так? Почему? Так это предел или не предел? Мне кто-нибудь объяснит, но, скорее всего, это предел. The Fring. Fring. Да. На! Привет, Чарли, это Зоя. Заходи. О, делов-то. Возможно, сейчас что-то изменится. Я пришел, зашел, вышел, нашел.
Так, с тобой разговаривать не буду. Может, с ним опять можно поболтать? Просто дальше-то я не знаю, что делать. Да? На. Да нет, ничего. Ну ладно. Я в панике. В общем так, у меня что-то пропали все действия, я вообще не понимаю, что делать. Я решил загрузиться и начать по новой. Может, с ним просто надо потрещать? Никаких вестей от Резы, а? Извини, девочка. Если он позвонит, я тебе сообщу. Как ты мне сообщишь, даже номер его не знаешь? Как давно говоришь, что не был в Кордоне? 10 лет, а что? Ничего. Наверное, он очень изменился. Ужасное место. Одна комната там была еще ничего, но все остальное... Это какая ничего-то? 10 лет – долгий срок, девочка. За 10 лет весь мир может измениться. Ну, это ты спасибо, правильно говоришь. Чарли. За что? Слушай. Не, ничего не поменялось, можешь короче. Можешь оставаться здесь сколько захочешь. Может быть, твой друг снова заглянет сюда. Так, а вообще ничего не поменялось. Мы с ним потрещали, и толку никакого не случилось. Можешь оставаться здесь сколько захочешь. А как я могу здесь остаться сколько захочу, если я... Мы еще не открылись. Если вам что-то нужно, поговорите. Если у меня не срабатывает какой-то скрипт. В прошлый раз же тоже у нас такая хрень была. Скрипт не сработал, и все. И беда, и печаль. Да. На. Тихо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Окей, я ничего не понимаю. Сюда мне пройти нельзя. Здесь бонсай. Тут столик, тут даже посидеть нигде нельзя. Ну-ка, а если я смотрю вот так внимательно? Так, с этим потрещать, на него посмотреть, на эту посмотреть. И в принципе все. И беда. Ароматизированные ваниль и шампунь. Да? На. Да нет, ничего. Да как ничего-то? Ну как ничего-то? Да пусть уже время-то пройдет. Сколько я здесь буду сидеть-то? Оставайся сколько хочешь. Сколько я тут буду до скончания веков бродить, пока время, что ли, не пройдет? Видеографию давай посмотрим. Чарли, с двумя какими-то девушками. Ну и насрать на нее вообще. Я и все, я это... того. У меня же есть фотка, на котором негр этот есть. Чувак, на. Видеографию. Это ведь ты, правда? Вон в чем прикол-то. Где ты это нашла? Какая тебе разница, говори давай. Номер 201. Я нашла ее в шкафу, подумала, ты мне расскажешь. Ведь это ты на видеографии, я не ошиблась? Что надо столько протупить, а? Целую вечность тому назад. Да. Да. Верить не могу, что эта фотка оказалась в старой комнате Эйприл. Эйприл? Столько времени. Он знает про Эйприл. Эйприл? Эйприл Райан. Девушка в центре. 201 это была ее комната. 10 лет тому назад. Ты сказал Эйприл Райан? Да ты глухая, что ли? Даже я расслышал, хотя я сижу тут. Кажется, непонятно откуда где. Наверное, ты ее с кем-то перепутал. Нет, мне про нее девка в телевизоре рассказывала. В 9-м году. За несколько дней до коллапса. В 9-м? Мы долго искали ее, пока мы не... Пока я не сдался. Тряпка. Зато Эмма тряпка. Продолжала верить. Она сейчас думает, что Эйприл жива и находится где-то... Да она жива! Где-то там. Я тебе говорю, меня глючит, я в курсе, она жива. Эмма, это вторая девушка на этой видеографии? Да. Они были моими лучшими подругами. Но от Эммы не было никаких вестей подруги. Уже несколько лет. Как можно дружить с женщинами, я вообще не понимаю. Скажем так, я не умею верить в чудеса, как Эмма. А как исчезла Он же по-любому к кому-то подкатывал из них. Просто так и не может дружить. Это очень личное. Не, давай говори, настаивать. Мне надо знать, Чарли. Я думаю, между Эйприл Райан и тем сюжетом, над которым работал Риза, может быть связь. Давай, колись, черный. Ты серьезно? Да. Это звучит как полный бред, я знаю. Я даже не могу поверить в то, что говорю это тебе, но... Че ты отмазываешься? Сказал ему, говори, и все. Райан. У меня... Были видения на экранах, в Касабланке, в отеле. Очень странно и страшно. Да ладно, что страшного, ты подумаешь. Сначала я решила, что это каким-то образом связано с шумом. Может быть, дело и правда в этом. Но я думаю, что это не все. Заснеженный пейзаж, странный черный дом, девочка. Я знаю, может показаться, гадость, что я гадость, сошла гадость. С ума, но эта девочка, она говорит со мной. Именно со мной, с экрана. На да почему ты решила с тобой? Ее. Сначала она говорила только это, а потом «Найди Эйприл, Райан! Найди Эйприл! Спаси Эйприл!» Когда я была там в отеле, я снова видела ту самую девочку. Уснуть может она от этих разговоров. Она указала мне дорогу к комнате Эйприл, к ее шкафу, где я и нашла эту видеографию. Вот это уже страшно, короче. Если ты говоришь правду, если это не какая-то гнусная шутка, мне нужно связаться с Эммой. Так связывайся быстрее. Она все еще верит в то, что Эйприл говорила мне правду. Чё говорил-то она тебе? О чем?
Ты можешь немного подождать, Зои? Нет, давай рассказывай. Я уверен, что Эмма прилетит из Европолиса первым же Вактраксом. Или чем? Услышать эту историю Вактраксом? Как только она прилетит сюда, мы расскажем тебе эту историю целиком, я тебе обещаю. Окей, давай. Та Эйприл Райан, о которой я слышала, может быть, не вашей Эйприл? Я не хочу тебя обнадеживать. Да ты здесь его одна Эйприл из всех этих. В странных обстоятельствах, Зои. Если есть хоть малейшая вероятность того, что... Вот он запаниковал, короче. Мы должны ухватиться за этот шанс. Ну? Ладно. Мне все равно надо подождать, пока со мной свяжется этот парень. Его зовут Маркус. Я встретилась с ним в отеле. Маркус? Ну, это уже просто мыльная опера. Так, а тут-то что не так? Маркус был нашим другом, пока не стал большим человеком в Аматине. Кем? Он как бомжара по отелю засранному ходит. Но я слышал, что он получил работу в отеле. Ну? Да, он там вроде как присматривает за всем. И ты прав, это никакой не отель. Я кое-что видела, пока была там. Они тестировали какое-то устройство, которое втыкается человеку в голову. Я такое уже один раз видела. Копьё. Может быть, именно из-за этого Риза приехал в Ньюпорт. Может быть. В общем, Маркус сказал, что он поможет мне выяснить, что случилось с Ризой. Ну, не за даром, конечно. Я сказала, что мы встретимся с ним здесь попозже. Ты не против? Без проблем. Давай. Это хватит тараторить-то! Мне не уже... Я позабочусь, чтобы его имя внесли в список. Почему они так долго между собой разговаривают? Потом мне надо будет заняться кое-какими делами, а ты можешь пока здесь зависнуть. Я скажу на кухне, чтобы тебе приготовили чего-нибудь. Да вон в баре скажи. Умираю от голода. Я как сошла с поезда, так ничего и не... Два часа прошло, все, обосраться. У нас лучшие в городе сашими. Чего? Найди себе столик, а я прослежу, чтобы кто-нибудь принял у тебя заказ. Спасибо. Какие сашими, пельмеши неси! Да. Ты правда думаешь, что с Ризой все в порядке? Он ведь опытный репортер, разве нет? Ирихона знают. Уверен, он бывал в передрягах и похуже этой. Да что где он был, сопляк еще? Какие сушими, пельмеши неси, сушими! Почему ты уперся в воздух? А, че, уже вечеринка пошла? Так, это кто? Это на ресепшене, которая баба не хочет с нами разговаривать. Вот и сидит тут одна. А ей понятно, смотрите, она какая-то неразговорчивая, необщительная такая, знаете, антисоциальный тип вообще человека. Ее поэтому в угол посадили, чтобы она особо там ни с кем не разговаривала, никому не портила настроение. А эта бабища поразговорчивая, она торгует синькой. Воу, 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 чувачела, вот это у тебя челы. Дашь потаскать? Ты че? Google Glass новая модель, что ли? А, нет, это просто говно какое-то у тебя одностекольное. Даже на два стекла денег не хватило, лох. А ты че, мать, тут так прикипела? Ты вообще отдупляешь, где ты находишься, нет? Что с твоим пустым взглядом, скажи мне, пожалуйста. А и вообще насрать. И все. А, Вовы! Я знаю, это немного. Знаю, что это может быть вовсе не ваша Эйприл Райан, но... Это она, это должна быть она. Это ж баба из магазина. Это не совпадение, а это все одно большое Оливка. Совпадение. Может быть, она пытается связаться с нами, Чарли. Может быть. Может быть, ей нужна наша помощь. Может быть... Может быть. Давайте скажем побольше. Слишком обнадеживать, Эмма. Мы ведь толком ничего не знаем. Да ладно, все узнаете. Извините, что спрашиваю, но... Чарли, ты обещал рассказать, что случилось с Эйприл. Давай, поведай нам. Да, обещал. Она исчезла при... При очень странных обстоятельствах. Давайте послушаем. В тот день, когда она исчезла, за ней пришли люди из корпорации. Какой? Я сейчас не знаю, почему. Они ворвались в дом и... Эмму ранили. А... Она с трудом выкарабкалась. Вы долго репетировали попарно рассказывать-то? Она от них ушла. Куда? И больше мы о ней ничего не слышали. Мы знаем, что ей удалось сбежать. Ее обнаружили на записях камер безопасности в центре. И позже мы узнали, что она села в шаттл, который отправлялся на одну из орбитальных станций. Куда? И вот тут след обрывается. А сразу после этого случился коллапс, и все изменилось. Что за коллапс-то? Когда все вернулось на круги своя, мы были слишком заняты. Приводили в порядок собственную жизнь. А к тому моменту, когда мы снова начали ее искать. Насрали на подругу. Исчезла, растворилась. Если бы не то, что она нам рассказывала, я бы решила, что она стала еще одной жертвой коллапса. Почему они не могут говорить не по очереди, а кто-то один? Вот это самое сложное. Она рассказывала про другой мир. Что-то вроде... Магического параллельного измерения.
Мы не поверили. Я тоже что-то вам не верю совсем. Это ты ей не поверил, Чарли. Ой, а ты... Никогда не сомневалась в ее словах. Ну, хорошо. Я ей не поверил. Я до сих пор не уверен, что верю во все это. Несмотря на то, что я видел во время коллапса. Да что за коллапс-то, расскажите мне. Эйприл сказала вам, что она видела другое измерение? Не видела. Она там бывала. Это место называется Аркадия. Укупника? Человек? Укупник. Аркадий. Настоящий псих. Он сказал Эйприл, что у нее есть, ну, вроде талант. Сила. Что она может путешествовать между мирами. И что она нужна им. То есть, я так понял, мы были в другом мире. Существует два мира. Этот и другой. Аркадия. Ну? Мир волшебства. Я там был Они почти. Они существуют параллельно, в балансе один с другим. Там война у них. До этого у меня не было причин сомневаться в том, что говорит Эйприл. Но тут даже я была удивлена. Это еще почему? Как только вышла из больницы, начала копать. ВКонтакте? То, что Сколько копаешь? Говорила, она не единственная Зои. Есть и другие люди, которые бывали в Аркадии. Она существует на самом деле. И где же они все? Слушай, мы не можем этого утверждать. Мы знаем только, что какой-то опасный идиот вбил эти идеи ей в голову и... Чё ей? Я знаю, Чарли. Но ты можешь просто поверить, а? Я знаю, я это чувствую. Я провела серьезное расследование. Ну что ж ты будешь делать? Естественно. Даже самые большие секреты перестают быть для тебя секретами. А у тебя много денег? Извини, Эмма, но это звучит несколько... Несколько? Безумно? Бредово? Да вообще. Я не думаю, что такие мысли приходили и мне в голову. В твою? Сколько Мало тебе ли. Было, когда случился коллапс, Зои? 9? 10? А тебе сколько? 11? Ты что-нибудь помнишь? Практически ничего. Тогда мы жили в Лондоне, и наша подсекция на несколько дней закрылась. Мой папа старался меня защитить. Я почти ничего не видела. Большинство людей ничего не помнят. Или делают вид, что забыли. Те из нас, кто видел... Такое невозможно забыть. Чё там было-то, расскажите! До коллапса. Какие-то странные вещи, вроде... Собаки, а? Вроде снов. Они словно просачивались в реальный мир. Анализируя всё, что я видела, читала, всё, что говорили мне люди. Люди, у которых не было причин мне врать. Я понимаю, что она говорила правду. И я верю, правда, что она всё ещё... Правду. В Аркадии. Аркадия. Ну, ладно. Да. Слила ее сейчас. Сообщение, которое я получала... Ты думаешь, это место, где зима, это тот мир, о котором говорила Эйприл? Аркадия? Ну да. Судя по тому, что мне известно, на Аркадию это не похоже. Но кто знает. Ты запутала меня, короче. Вопрос в том, кто эта маленькая девочка. Это из звонка, Почему баба. Она пытается связаться с тобой. В конце концов, ты даже не знаешь Эйприл Райан. И до сегодняшнего дня ее имя ничего для тебя не значит. Оно и сейчас для меня ничего не значит. Чего уж тут. Попала сюда случайно. Если бы ты не нашла фотографию и не показала ее Чарли, ты бы никогда не узнала имя Эйприл. Это кажется невероятным, но похоже, дело в Резе. Дело, которым он занимается, наверное, как-то связано с этим. У меня нет других объяснений. Вот они трещат. Твой друг, журналист. Ты по-прежнему не знаешь, где он? Нет, но если мне повезет, я узнаю это сегодня. Так у нее денег полно, пусть заплатит. Чарли, есть тут тихое место, откуда я могу позвонить? Может быть, Реза пытался связаться со мной? Я попробую еще раз позвонить ему на мобильный и заодно своей подруге Оливии в Касабланке. Может быть, у нее есть какие-то новости? Конечно, ты можешь воспользоваться... Оливку уже убили, кабинетов. Наверное. Последний слева не занят. Спасибо, я сейчас вернусь. Спасибо, пожалуйста. Смотри, она похожа на Оливку, прям вылитая Оливка, ты посмотри. Слышь, мать, у тебя же денег много, что ты мне тут трещала, самые секреты, не секреты, давай, короче, заплати кому надо, я тебе рассказал про твою подругу, а ты сидишь тут лясо точишь с этим недонегром каким-то. Давай, чё, хвалилась тут, денег у меня полно, в платьях вон в каких ходишь, шторы, наверное, дома сняла, намотала еще, у меня денег много, стоит она. Да у этого чувака он с одним, о, уже с двумя очками. У него денег больше, потому что у него двое очков есть, а ты только трещать умеешь, я погнал. Да. Ну что ж, давайте на этом серию сегодня закончим. Последний слева не занят. Слева откуда слева? Тут слева. Допустим, да. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Ой, что, не туда меня понесло. На новой странице ВКонтакте тоже подписывайтесь. И всем до встречи в следующих сериях. Будем звонить, выпытывать, где у нас Резной, куда пропал, что сидит, что делает, как вообще жизнь у него там. Может быть, он мертв и просто написал нам сообщение, типа, я умер, все, не звони мне больше. Узнаем в следующей серии. Все, всем пока.
Раньше здесь был мат.